Это, бляха, тот момент, когда в больницах не хватает специалистов. Но удивиться и сказать, что это случайность, я не могу. Это плохо, потому что к нему огромное количество вопросов. Присмотритесь своим знакомым и родственникам. Это полная безответственность. Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое личное мнение. На этой неделе меня заинтересовали следующие темы. Недострой убивает крапивничан, кто крышует крапивницкие маршрутки, дело Баланя живет, в областной администрации до сих пор ловят, оказывается, на взятках. В Александрии ездят под парусом на коньках, уникальное видео, и кто в Крапивницком выиграл 1 000 000 гривен в лотерею. На выходных в Крапивницком погибла 14-летняя девочка, упала с недостроенного дома на Жадово, разбилась насмерть, это ужасно. Но удивиться и сказать, что это случайность, я не могу. В областном центре абсолютно наплевательское отношение к недостроям. Они десятилетиями стоят в Крапивницком без присмотра. Никто не может повлиять на владельцев этих самых строек или недостроек, которым, я так понимаю, похер на власть, которая, как правило, разводит руками, и на полицию, которая тоже ничего не может сделать. И вот от такой импотентности власти гибнут дети. И будут гибнуть, потому что я не верю, что в Крапивницком власть хоть что-то может изменить. Десятилетиями стоят недостроенные руины, и ничего не происходит, кто бы не был у власти. В прошлом году в январе на той же улице Жадова, в этом же доме, упал парень в лифте. И что? Ничего. В Ковалевском парке тоже недострой, тоже падал ребенок. О Колизее я уже молчу. Ответственность за доступ к недострою несет владелец недостроя. В данном случае владелец этого странного дома на Жадова – это кооператива «Надея Полит». И что? Где ответственность? Неужели будет какой-то штраф или кто-то сядет за смерть ребенка? Я не верю. Оглянитесь, крапивничане, сколько недостроем в вашем городе. Ну и главное, конечно, тот, который видно с любой точки центра города. Вот никому не стыдно за него. Я вангую, власть будет разводить руками, мол, что мы, это все владельцы. Вас, жители, устраивает такой ответ? Как он решает проблему? И в этом плане рядом буквально новость прочитал, что активисты предлагают установить флаг на 30-метровом флагштоке к 30-летию независимости на валах. Мол, там выше и будет виднее. Креативный ответ. Я еще раз предложу, постройте флаг возле этого недостроя, возле Ацинуса. Потому что вот показатель действий власти за все 30 лет, в принципе, независимости. Безнаказанность и безответственность. И да, крапивничане, вы так и будете терпеть то, что на недострое гибнут ваши дети. Призрак декоммунизации бродит Крапивницким. На этот раз решает, как сносить памятники коммунистического режима. Этих памятников насчитали 3. Официальное название – комсомольским поколением Кировоградщины, героям гражданской Великой Отечественной войны и солдатам правопорядку. По сути, ко всем 3 у меня есть вопросы. Во-первых, есть закон о декоммунизации, его нужно исполнять, как бы кто ни хотел. Черт! Новые коммунистические законы. Во-вторых, какие герои гражданской войны? Это какой войны? Когда Россия напала на Украинскую Народную Республику, так зачем нам памятники оккупантам? Да и солдаты правопорядка. Это, я так понимаю, солдаты НКВД? Это те, которые расстреливали тысячами? Но все это история и эмоции. Повторюсь, есть закон, и его нужно исполнять. Но мнение архитекторов, как пишет CBN, разделилось. Кто-то предлагает убрать памятники во время реконструкции скверов. Другие говорят, мол, нет, оставьте их, это часть эпохи. Третьи предлагают сделать музей под небом и свести все коммунистические памятники туда. Но вот с третьим вариантом просто не то, чтобы я не согласен. Дело в том, что у вас, дорогие архитекторы, точно может ничего не получиться. Я вот помню, любой памятник коммунистического режима, как только сносят в Крапивницком, он сразу куда-то пропадает. Вы знаете, например, где памятник Кирову сейчас? А Ленину из Ковалевского парка? Власть, видите, какой спрос на коммунистические памятники? Так, в конце концов, тогда продайте их. Теперь о маршрутках. На канале Витер вышло ток-шоу «Просто непросто». В студии были активист, журналист, перевозчик и представитель местной власти. Вопросов к маршруткам до хрена. И дороговизна, и никакущий сервис, и их хитрожопость. Из последних хитрожопостей, так сказать, это когда перевозчики начали тонировать стекла в маршрутках, чтобы не было видно, сколько они пассажиров перевозят. Это гениальная система. Это абсолютно гениальная система. Ну и, конечно, небезопасность. Но вот думал,
будет трудно Дмитрию Винницкому, единственному из перевозчиков, который пришел. Кстати, Винницкому респект, еще 6 лет назад он приходил ко мне в эфир Кировоградского интернет-телевидения и продолжает ходить на телевизионные эфиры. Это его характеризует с положительной стороны, как человека, который готов к диалогу. Ну, я так понимаю, хотя бы к решению проблемы. Но в ток-шоу мне показалось, что главный защитник перевозчиков не сам перевозчик, а представитель местной власти. С самого начала ведущая спрашивает участников, мол, вас устраивает уровень услуг маршрутчиков. Активист говорит «нет». Журналист говорит «я вообще пересел на троллейбус». Сам перевозчик говорит «нет, меня не устраивает». И что вы думаете? Чиновник отвечает «а что, меня все устраивает? Я тут на пятерке езжу, у меня все, зашибись». Сегодня 5-м номером. Угу. Вас задовольняет якость? Ну, в принципе, да. Мне задовольняет. Что я понял из этого ток-шоу, оказывается, местная власть не отвечает за техническое состояние маршруток, не контролирует его. Это плохо, потому что к нему огромное количество вопросов. То колеса отлетают в маршрутках, то вообще рулевые тяги. Почувствуй мою любовь. Местная власть, оказывается, проверяет только там санитарное состояние маршруток, обивку. А ну, я вам скажу, плохое. И чиновник Виктор Житник тоже говорит, мол, да, проблема. И проблема в чем? Часть перевозчиков в Кропивницком каким-то образом почему-то выигрывают конкурс без своего транспорта. А потом нанимают субподрядчиков с машинами, и они обслуживают маршруты. С хреновыми маршрутками. И найти виноватого потом очень тяжело. Но зачем, это вопрос к местной власти, отдавать такое место тем, которых вы не сможете проконтролировать? Кто в горсовете заинтересован в этом? Дальше идем. По словам активиста, участников ток-шоу, в городе никто не контролирует, ни сколько перевозчики зарабатывают, ни сколько пассажиров перевозятся. А как тогда можно говорить, что перевозчикам тяжело, если никакой инфы нет? В чем им тяжело? Вот чиновник Виктор Житник, кстати, описал схему, как контролируется, сколько заработано и кто контролирует. Оказывается, водитель, по его словам, в начале и в конце рейса указывает, сколько билетов продано. Но судя по тому, как выдаются билеты в маршрутках, в кропивницких маршрутках, то это цифры с неба, и они не соответствуют действительности. Ну вот представьте, я водитель, тут у меня своя маршрутка, и значит, которому, то есть мне перевозчик говорит, мол, чувак, привези мне 6 тысяч гривен каждый день, а все, что сверху, твое. Вот водитель пишет сумму вырученных с билетов, какую ему надо, там 6 тысяч, 5 тысяч, а остальное все себе на карман. И ездит сколько угодно, лишь бы перевезти побольше пассажиров, несмотря на то, что маршрутка дряхлая и ломается за эти там 10 лет, сколько этой машине. И это устраивает и Виктора Житника, и горсовет. Это полная безответственность. Если что случится, спросить не с кого, потому что перевозчик вообще без маршрутки, а пассажир вообще без билета. И что, ради такой схемы никто никому не заносит в горсовете? Вы коли сьогодні вранці їхали на роботу, вам квиток дали? Да, мені дають квиток, вони знають мене в обличчя, бо я частенько здійснюю перевірки і на кінцевих зупинках, і все таке інше. Угу. А як щодо інших пасажирів? Ну, розумієте, інколи хочеться, знаєте, так, розслабитися і все ж таки хоча б... І не спостерігати за цим, ви маєте на увазі? Ну, я з вами погоджуюся, от... Погоджуюся з вами. От і навіть скажу більше. Після цієї розмови, мабуть, ми, оскільки ви, скажімо так, дуже велика питома вага, от, скажімо так, цієї передачі вже, яка пройшла, присвячена саме наявності квитків, ми, мабуть, візьмемо так собі на озброєння і займемося саме перевізниками в частині того, щоб все-таки вони дотримувалися дисципліни. Ну вот да, но вот возьмите на контроль. Может, хоть сейчас, после ток-шоу. 10 лет, да что там 10 лет? Никогда я не видел, чтобы этот вопрос был под контролем. А тут да, мабуть, возьмите под контроль. Под особисто еще лучше, как любит говорить Зеленский. И знаете, что я думаю? До одного места этот ваш контроль. Я очень сомневаюсь, что этот пресловутый особистый контроль может что-то в Кропивницком решить. Я очень советую вам посмотреть просто-непросто, чтобы понять, какого уровня аргументы у местной власти по поводу катастрофического положения с маршрутками в городе. И да, кстати, если вы не знали, 26 февраля общественное слушание по поводу тарифа на маршрутки в 9 утра, я так понимаю, в горсовете, судя по всему. Поучаствуйте, если сможете, и объясните власти, что сначала нужно повысить уровень услуг этих маршруток, а потом их стоимость, и никак не наоборот. Вы сначала покупаете уже готовый продукт за деньги. И не покупаете и смотрите, что он каким-то волшебным способом станет лучше.
Я думав, що після Болоня в обласної госадміністрації случаї взяточничества не може бути, але, оказується, ні. В обласному департаменті здоров'я чиновник, начальник відділу, требував за трудоустройство в больнице від чоловіка $500. Це, бляха, в той момент, коли в больницях не вистачає спеціалістів. Этот чиновник решил немножечко нажиться. Ни фамилии, к сожалению, ни имени полиция не называет. Мы будем очень резко реагировать на эту ситуацию, поскольку нам неприятна и неприятна эта ситуация, связанная с тем, что будь-який там державный службовець может как-то зловживать своим становищем. Тому покарання має бути миттєве, негайне, дуже суворе. І у мене підозріння, як часто таке буває, можуть включитися якісь кришувателі і отмазати чиновника. Надіюсь, Андрій Назаренко цього не допустить. Зачем йому в команді взяточники? Или я не прав? Не ожидал, но это прикольно, а в Кропивницке может появиться официальное место для дрифтеров, чтобы они не нарушали правила дорожного движения и не устраивали гонки в черте города. Вполне выход из такого положения – это ехать в Канатово, недалеко, и соревноваться между собой в искусстве экстремального вождения автомобиля. Ну а в Александрии вообще крутизна. Тут пользователь Фейсбука Сергей Дробышев выложил видео интересного увлечения, такое видел на Балтийском море, кстати, когда на доске с коньками под парусом катаются по льду водоемов. Это очень круто. Спасибо, зима такая, что можно вот так вот экстремально прокатиться. Ну и в конце концов я хочу поздравить кропивничанина, который выиграл 1 000 000 гривен в День влюбленных 14 февраля. Все на красное. Вот это подфартило. Для любителей статистики скажу, что он стал 385-м миллионером от Лото Забава. Купил он билет в 11 утра за 25 гривен. Присмотритесь своим знакомым и родственникам. Может, это кто-то из ваших. Если так, то поздравления счастья от выигранных денег, если оно бывает. И да, если бы таких победителей было 33 человека, то они могли бы купить отель «Турист». Его продают 22 февраля за 33 миллиона гривен. И это, кстати, по скидке в 15%. Так что, если у вас вдруг есть 33 миллиона, милости просим, купите гостиницу. Здание видное, как раз самым известным недостроем в городе. И что сказать, лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, только используйте для этого все возможности. Купите лотерейный билет. Пока.